Данное преступление совершил через непродолжительное время после освобождения из мест лишения свободы. Официально не трудоустроен, соответственно, источника доходов не имеет. Учитывая обстоятельства, особую дерзость и повышенную общественную опасность совершенного преступления, считаю, что исправление Позднякова возможно только в изоляции от общества, поскольку, находясь на свободе, он может продолжить занятия преступной деятельностью. На основании изложенного прошу признать его виновным по статье 162 части 2 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы без дополнительного наказания с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Позняков, вам возможность в прениях выступить в свою защиту предоставляется. Но я бы хотел, чтобы мне вернули мои деньги и вещи мои. Вот это я бы хотел, конечно. Я просил бы, уважаемый, ваша честь, дать мне минимальный срок наказания и поверьте мне в последний раз, что, возможно, я отсижу этот последний срок и не совершу больше преступлений. Нет, учился. Учился на лицесвальщика. Закончили учебу?